27-летнего украинца Павла дома в родном селе Житомирской области ждут жена и четверо детей. А на территории нашей страны ему пришлось столкнуться с административным разбирательством. Два дня назад нелегальный турист попал в поле зрения пограничников Мозырского погранотряда. В гости к родителям в деревню Дзержинск Лельчинского района Павел решил попасть незаконным путем, а в обход пункта пропуска. Надеюсь, что дальше будет четко. Погано, вроде бы ничего. Ну, пересек границу, ну да, сделал помеху. Ну, не с товаром пустый, телефон один только в кармане, все, нема ничего. И шел пустый, к родителям. И шел в гости. И сумки с собой не было даже, и ничего. Пока украинец ждет, чтобы родственники передали документы, его коллега из Российской Федерации готовится к депортации. Мужчину задержали на сутки раньше, 14 февраля. Пересечь незаконно границу 32-летний чеченец собирался в поисках лучшей жизни в Евросоюзе. Свой маршрут проложил через Беларусь и Украину. К путешествию подготовился основательно, захватив маскирующий халат, теплые вещи, компас, сухое горючее и продукты питания. На участке ответственности в Лельчинском районе был задержан гражданин Российской Федерации по национальности чеченец, который намеревался пересечь государственную границу в обход установленных мест пропуска через государственную границу в Лельчинском районе. С этой целью он с территории Российской Федерации на различного рода попутном транспорте прибыл в Республику Беларусь. Затем прибыл в город Мозырь, где нанял машину такси, которая его, собственно говоря, и перевезла в приграничье. Подвозивший нарушителя таксист невольно стал участником незаконного процесса. Чтобы избежать претензий со стороны различных правовых служб, пограничники советуют усилить бдительность жителям пограничных районов, в том числе и мозырянам. Хочется обратиться к жителям Мозырского, Ельского, Лельчинского, Нарвлянского районов в случае выявления в приграничье посторонних лиц, которые вам не являются знакомыми, которых вы никогда не видели в своих населенных пунктах, либо граждан явно выраженного афроазиатского региона. Хотелось бы, чтобы наши жители в целях своей же собственной безопасности, защиты своих же собственных семей, домов, сообщали о таких фактах Мозырский пограничный отряд. Сигналы о возможных нарушителях в дежурной части Мозырского погранотряда принимают по телефону 8-0236-21-79-04. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Хитснер, телеканал «Мозырь».